Хе-хе, всем привет, друзья, с вами Джесс, и сегодня мы с вами будем играть в игру под названием Minecraft Story Mod. Погнали! Вы меня, наверное, спросите, почему именно эта игра, почему не какая-то другая? Все, потому что, друзья, есть на это три причины. Первая, потому что я безумно сильно люблю Майнкрафт, как и вы, мои дорогие зрители. Вторая, потому что у меня канал по Майнкрафту. Третья, потому что я безумно долго ждал выхода этой игры, и потому что здесь сюжет весь будет, там все это будет разворачиваться, в общем, очень будет круто, так что прям... Поддержите меня большим зеленым пальцем вверх, если вы рады, то, что я взялся за эту игру. И если вы хотите, чтобы я ее прошел все эпизоды, их здесь где-то 6 штук будет. Вот, и я очень волнуюсь, друзья, я опоздала немножко, да, с игрой, когда она вышла. Вот, но нормально, друзья, первый эпизод есть, будем играть, проходить. Так что давайте, друзья, уже, наверное, начинать. Кстати, игру сделали те люди, которые сделали The Walking Dead, TLT Games, так что они очень молодцы, классно, да, помните, как проходили мы еще с вами The Walking Dead, это было напряженно, классно, так что здесь, наверное, тоже все останется в этом духе. Так что давайте начнем играть, друзья, удачи и вперед, погнали играть. Так, ух ты, выбрали, персонажа, хорошо. Так, можно тут же на контроллере вроде можно играть, да, давайте я сейчас от контроллера от Xbox возьму. Да, вполне можно, друзья, мне так будет просто привычнее, и я не буду вот... Вот так делать, друзья. Наверное, так будет тише и спокойнее, друзья. Так, ну что, давайте возьмем кого-нибудь. Довольно-таки неплохой парень. Белая такая футболка. Этот не особо. Этот, вау, нига. Это девушка, не... А, да, смотрите, тут как раз и девушка его. Нет, за девушку играть не буду. Не знаю, в Майнкрафте не хочу играть за женского персонажа. Давайте, наверное, возьмем этого. Он мне больше нравится. Он такой вроде... Ничего, такой симпотный парень такой... Погнали, я думаю, да. Тут 6 эпизодов. Орден камня — это первый эпизод, я смотрю, да. Давайте посмотрим дальше. Здесь у нас эпизод 2. Так, потом эпизод 3. Вау, нифига себе, сколько здесь врагов, друзья. Да где же оно? Так, эпизод 3 скоро в продаже. Получается, каждый эпизод будет стоить денег, я так понимаю, да? Или то, что я вот купил игру, и эпизоды будут постепенно выходить. Я вот этого, друзья, не знаю, но вот как в следующем месяце, следующий... А, это последний, вперед, Орден. Так, следующий... Угу. То есть, получается, нужно как докупать, я не знаю, друзья, если вы знаете, то, пожалуйста, напишите в комментариях по этим роликам. Вот, так что будем... Давайте начинать Орден Камня, начало, эпизод первый. Ну что ж, друзья, давайте сохранение посмотрим. Тут все у нас по одному стоит, окей. Ну что, 3, 2, 1, удачи, с Богом и хорошей игры, хорошего настроения, как всегда, горю всем. Давайте, удачи и погнали! Вау! Я переживаю, я давно записать хотел. Ключевое значение в этой эпизодической игре имеет сделанный выбор. Сюжет развивается в зависимости от действий игрока. Никакие постройки не вечны, так и всякая легенда, даже самая великая, со времен угасает. Со временем угасает, прошу прощения. Так, ну пока картинок никаких нет. С каждым годом утрачено все больше и больше деталей, то есть что остается в конце. Вау, красиво, друзья. Просто тяжело будет и читать, и наблюдать за картинкой. Все, земля, краях. Красиво. Обновленный Майнкрафт графон. Легенда об Ордене Камня. Не успел. Воистину, лишь многострадальная земля нуждается в героях. Красиво, друзья. Вы посмотрите просто на эту картинку. И наша земля, к счастью, знала своих героев. Хоть и давным-давно было их четверо, друзья. Ну, давайте узнаем. Габриэль Воин. Пдыщ, мечом, понятно, всех вот так вот. Настоящий мужик, воин. Эльгард, инженер Красного Камня. Чьи машины знают своими эрой. Вау, Щирдстон. Магнус ТНТ. Беги справа. Который направил свое разрушение. ТНТ — это вообще жесть. И Сорн. Миров и глава Ордена Камня, друзья. Вау, вау, вау. Просто не успеваю смотреть за всем. Классно. Очень красиво смотрится, друзья. Вместе все эти четверо друзей совершили очень много... Так. Опасное путешествие. Классно, вау. Такая анимация вообще обалденная, друзья. Край. С дракончиком, и в конце концов Орден Камня одержал победу, и дракон был повержен. История их завершилась, и они ушли, чтобы... жить в легенде. Классно. Настоящие бойцы. Вот наша история сейчас начнется, надеюсь. Такими же будем сильными, Габриэль. Но там, где кончается одна история, начинается другая. И начинается, друзья, как мы понимаем, наша история. Скорее всего, мы не будем же посматривать за чужую историю. Будем за своей. Так, сразу зомби, куриц, дракон как...
Что? Да? А, с размером зомби? Гигантских курен, потому что они хотели, мне кажется, проще, потому что это будет омерзительная тварь. Омерзительная тварь. Значит так, я поставлю на крышу датчики свету. Если правильно, лампа включится. Ага, давай-ка. Хоть остаться тут, Робина одного будем. Он идет с нами. Пиги! Ну ты смотрите, это же Пиги! Что за вопрос? Разумеется, ладно, я же говорю, что брать. Не обгрую себе, конечно, таскать его с собой. Это же Пиги! Ты чего? В общем, Робин мой лучший друг. Конечно, Пиги мой лучший друг, друзья. Я вообще обалдел, что тут есть Пиги. Пиги, Пиги. Пиги! I didn't mean anything by it. I'm glad he's coming. I just don't want to give people one more reason to call us losers. I'm getting tired of it. I'm tired of being a laughing stock. Что они думают? Кому какое дело, что они думают? Оля это запомнит. Оливия. Оливия, вот какая она. С очками такими еще. Ладно, хорошо. Что за пс? Это что, крипер, что ли? Оу, ноу. Оу, what the fuck? What the fuck? What the fuck? Пиги, Пиги, нет! Держите! Прямо. Красавчик. Great. Now I'm gonna smell like a pig in Endercon. That's what you get, Axel. Виноват. Аксель, запомнит? Серьезно? Что он запомнит? Что он его боднул? Что-то там весело испуг. Did you bring the fireworks? Of course I did. I even brought something for the little guy. Nice. Вау. Ты принес Рубина на спину. Рубин? Но я буду звать Пиги, друзья. Мне больше нравится. Как вам? Он здорово смотрится. Он выглядит смешно. Давайте так. Здорово смотрится. Хрю-хрю, хрю-хрю. Это здорово, друзья. Это классная игра. Не зря стал в ней играть. Обалдеть. Надеюсь, вы меня поддержите. Блин, классно, классно. Тяжело читать и наблюдать за всей этой картинкой. Здорово. Блин, что, друг? Надеюсь, костюм. Пытаться. Классно. Типа дракон трайп. Хорошо. Ладно, пошлите вниз. Рубин, гоу. Вау, нам тут даже поуправлять. Воу, вы только посмотрите, что мы можем делать. Что ты сказал? Здорово, друзья. Ну-ка, Пиги. Рубин, Бубин. Рубин, так. А ну-ка, Рубин. И дракон. Сойдет, Рубин, сойдет. Да. Очень, знаете, так прям на дракона как рыкнул. Красавчик. Мне нравится, что здесь есть Пиги, все так смотрится, очень классно, по-майнкрафтовски. Это безумно меня радует, я обожаю эту игру, друзья. Так, это ставим. Пока нет доспехов, чтобы... Окей, что это у нас за... Знамя такое? И когда мы выиграем в таком конкурсе, и когда это произойдет, люди будут смотреть на нас и говорить: «Эй, вы, тут Джесси и Рубин, победители стры». Джесси, серьезно? Чё, Пинкмен, что ли? Джесси, серьезно? Замечательно, теперь Джесс и в этом самом, в Майнкрафте есть, друзья, обалдеть. Так, а ну-ка, что на сундучке нужно облутать? Ножницы, понимаешь? Со шерстью. Да, давайте обстрижем потом какую-нибудь овцу. Можно менять деревянный меч, ножницы. Все очень здорово, классно. Никогда не играл в Майнкрафт на Xbox, на контроллере. Вообще все это, да. Так что вообще здорово управляется, здорово. Надеюсь, игра будет длинной и классной. Габриэль Воин, думаю, как-нибудь ставим... Знаменит. Возможно, может, я обрету благодаря... Да. Ну, нет, ну, конечно, они станут известными, суперкрутыми, популярными, и мне нравится так ходить. Это странно, но это здорово, друзья. Не знаю, у меня столько сейчас эмоций, просто... Я, наверное, не очень спокоен, я понимаю, но это здорово. Кремень, ага. Да, зажигалочка, да? Все. Кремень и сталь. Хорошо, ну, зажигалка, понятно. Понятно, печка у нас там по нулям, можно спуститься. Рубин, пошли со мной, Пиги! Ты пойдешь со мной, а? Пиги. Ладно, нет, все. Мы, короче, будем отправляться вниз, друзья. Давайте спустимся сюда. Опа,
Люк, пошли. Люк, полетели. Беги со мной. Хрю-хрю. О, это так мило, вы посмотрите, он держит Пигги. Это все? Погнали! Ага, погнали! Пошли! Все так сказали, пошли, все стоят на месте. Да что интересно случилось, вы стоите в конкурсе? Какой-то конкурс, что-то непонятное, честно. Старается с двух частей. Будет. Да, вторая часть. По моим источникам, победитель строительства конкурса получит возможность с ним встретиться. Я такой, о, может быть, кажется, я больше делал, блин. Жаль. Давайте так. He's right, Jesse. Incredible. Это настоящий. This is a huge deal. Я зря, я не то выбрал. Блин, господи, ну какой же я невнимательный. Я так просто переживаю, боже мой. Вау. Билетов нет? Вообще-то единственные друзья. Ребят, давайте сосредоточимся. Нужно победить в конкурсе. Ну серьезно, давайте. Никогда не победим. Так, всякое может случиться до этого раза победы. Мы победим. Они это запомнят. Они это запомнят. Ну, хорошо. Я верю в своих друзей, в себя тоже. Вполне для сегодняшнего дня. Ждать на словах у меня получается не так в голове. Хорошо. Окей, let's do it, guys. Погодите. Сначала строительство конкурса не в том, что построить, нужно сделать что-то, чтобы тебя... After we finish the fireworks machine like we planned, then we build something cool on top of it. Ух ты, пошел для фейерверков даже построим. Это здорово, если хочешь произвести впечатление на судей, построить что-нибудь страшное. Поэтому предлагаю построить не успел, поэтому лучше... Классно. Давно я не строил что-то в Майнкрафте. Давай построим крипера. Края. А может зомби? Давайте крипера. Края. Это круто. Давайте края хочу. Давайте построим... Нет, я хочу сказать... О, очень здорово. О, очень здорово. Вы строите странника края, ну окей. Наверное, надо было крипера выбирать. Ай, ладно, пофиг, друзья. Давайте мы поймем. За тело! И хрюшка. Будь готов, не лучше всегда готов, нет. Все как один. Раз, два, три. Все как один. Погнали. Так все в разные стороны разбежались ресы добывать. А Пигги? Он со мной же побежал? А, надо... Руками? Здорово, Пигги смотрит так тебя. Серьезно? Чё? А, мы будем отжиматься? Это здорово, друзья, обалдеть. Габриэль. Нифига у тебя скорость какая. Нифига себе. Обалдеть, он еще плавает. Так, Б, теперь X, Б, X. Вот это обалдеть, тренер. Знаете, музыки такой не хватает эпической. Цветы, цветы, тыщ. А он как будто драться будет, он сейчас строить будет. Зачем ему это? Порезать? Не, ну это похвально, конечно, ну блин. Нифига себе ты, пипец. Здорово, здорово, здорово. Да, мы это сделаем. Хрю-хрю. Let's do it. А, все, погнали. Я думал, зависло. Слава богу, нет. В этом году все будет иначе. Я готова не только строить, я готова побеждать. Nice pig. У вас свинья, неудачники. Они такие сразу... Да, не обращайте внимания, господи. Команда какая-то. Лукас, вы смеялись. Целутами?
Как это классно. Курточки такие. Так. Неужели орден неудачников? Отлично. Команда пожаловала. А, то есть тут с переводом не всегда будет, да? Типа, ну он сказал, пошли, ребята, окей. Имя? Привет, как дела? Нет, имя команды. Команды? У нас же... Подумали. Давайте думать над командой. Мы орден свиньи, края мира. Давайте вот это. Вы видите свои команды. Круто. Ну, друзья, вам тоже, надеюсь, понравилось, не знаю. Смертельное. Нормально. О, господи. Тоже угорают. Как он ворота не разбил еще. Вау. Красиво. Стенд 2. Уху, можно подвигаться. Это здорово, давайте почитаем. Ну окей, стенд 2. Какой-то чувак. О, давайте залутаемся. Правильно, надо сразу сундуки чужие обшарить. Хм, что там? Nope. Ничего, серьезно, ну ладно. Нет, я к своим друзьям особо сейчас идти не хочу. Я хочу здесь поболтать с ребятками. А, толпа. Место было. Окей, ладно, давайте туда подъедем. Ох ты, можно даже так выйти. Это здорово, это мне нравится, друзья. Ну-ка, а ну поближе подойди. Ну, давай. Не могу попасть. Стэн 4. Не нравится, ну окей. Так, можно с ней подойти поговорить? Нет, тут невидимая стена, фак. Чувака такие брови. Ну, все, по сути, да. Может, какие-то плюшки, кстати, есть. Тут есть, кстати, 6 ачивок. Из 6 ачивок 6 эпизодов, да, по сути. И одна ачивка секретная. Возможно, мы сегодня даже ее выполним, друзья. А ну-ка, помахали ручкой из загона. Там в загоне должны быть овечки, а не люди. Где-то, видишь, полно-то людей, ну ладно. Ну что, к своему стенду подходим. А, я уперся не в ту стенку, господи. Чего он мне машет? Так, чего ты машешь? Так хочется сказать голем. Такой большой прям на голем. Голем. У них маяк, черт возьми. Маяк? Это стекло, не просто. Ух ты. Радужный маяк? А не волнуйся, у нас получится маяк, это здорово. Давайте куда, беспокойтесь. Оливия... Живой талисман, Пигги, друзья, вы же верите в Пигги, правильно? Я верю лично в него, я обожаю его. Пипец. Удивительно, что здесь Пигги. Ладно. Мы просмотрим, будущее. Смотрим, когда еще сражение выиграет. С тобой взаимообычно. Еду? Ты что, обалдел? Ну, бодни его, Рубин. Не еда. Не урод. А ну сейчас. Заткнись. Что? Может, отойдем, а? Слышь, я сейчас свой меч, этот, деревянный, да достану, а? Пожалуй. Хватит времени. Да. И все таки улыбаются. Везло вам. Джесси, привет. Привет, Хайзенберг. Джесси Хайзенберг. Эй, Петра, я забыл поблагодарить тебя за этот Нетерстар. Эй, Лукас, нет проблем. Ты можешь помочь эти тулы? For the right price, I'll help anyone. За хорошую плату помогла им. Если вам что-нибудь понадобится. None of us know where to find you. Exactly. No hard feelings, guys. If you're cool with Petra, you're cool with us. So why don't we just forget about all this and, you know, make this about how cool our builds are? Пусть выйдет. May the best team win. Давайте. А, нет, запомнит. Что? Это посмотрим. Надо было сказать, мы тебя раздавим, так надавить на него. Он такой более мягкий, ну ладно. Добро пожаловать на строительный конкурс. Крайка, не? Крайка. Это я не знаю, что это такое. Габриэль, ух ты. Оцелоты, оцелоты. Прям как братство какое-то, знаете. Рукопожатие. У вас пальцев же. Там воина хвататься без беды. Толчок. Я не знаю, что выбор. Удар красного камня. Давайте.
Как-то это было, знаете, как-то неловко. Момент. Ну да, ладно, никто не запомнит даже это. Ну ладно, ладно. Редстоун такая штука. Не алмазы, все. This year the dead enders can't lose. От башни, друг. За дело. Давайте строить. Раз, два, три. Погнали, пигги. Так, ну, что мне делать надо? А, не, надо А нажимать. Ух ты, давай, 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 хоть не на время. Там редстоун. Вау, вау, красиво, друзья. Ничего себе, фермер. Как страшно. Не свои. Правильно. Чё они лезут? Займитесь своими делами, мы своими займемся, правильно. Стенд 5, так. Ого. С фейерверками, да, будет связано? Правильно же я понял. Вау. Вау, 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 вау. А это что такое? Нифига себе. Ты что-то предлагаешь сделать? Э? Давай. И вот этот момент истины. Погнали! Вау! Какая же красота! Очень классно. Красиво. Неплох, неплох. Видите, все-таки я не ошибся. И красиво, смотрите. Здорово, да? Ну, крипер, ну не знаю. Наверное, все выбирали крипер. Хорошая постройка. Спасибо, спасибо, спасибо. Люблю вас всех, спасибо. Just a bunch of dyed wool. Та в лаву ты упади. О, ты блок разбил, а? Нет, пиги, пиги, пиги! О, нет, Рубин. Господи. Лава сейчас приблизит. Так она все затопит. Хотя там есть ограничения в блоках же, правильно? Мне нужно помочь Рубину. Оставайся здесь. Рубин, Рубин, Рубин! Рубин, Рубин, где мой пиги? Правильно, пнул его. Пойдем с тобой, да, пофиг на постройку. Ну, я не могу бросить пиги, друзья, ну честно. Ну, блин. Ваши друзья, присылаю, чтобы помочь. Ну, построим еще, что ли, не знаю. Первая ачивка. New kid on the block. Солнце заходит. Будет больше шансов, если кто-нибудь из вас заблудится, ориентируйтесь по огням. Ясно, окей. В общем, как-то найдем друг друга, не знаю. Так, ну давайте, я хочу уже пошевелить своими ножками. Рубин? Рубин, а как хрюшек пить звать нужно? Там, типа, не гули-гули же, а как? Типа, как? Напишите, пожалуйста, в комментариях, как вообще их зовут, хрюшек пить, как? Не знаю, серьезно. Хм, следы свиньи, да. Не похоже на следы, ведь серьезно. Ну, свиньи, по крайней мере. Дерево, может, добудем немножко? Дуба, дуба. Ну-ка, что там? Тень, серьезно? Все? Больше ничего? Ну ладно. Так, а вот там что-то у нас интересное. Дым, может, это Рубин? Ну да, крылышки-то у него загорелись. Так, нычка, 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 может, какие-то тут сюрпризы. Ух ты, сможем пройти, друзья? Это похоже на... Вау, дерево-то горит, смотрите. Балди. Может, затушить? Так. Я не могу его позвать. Что? Как? Окей, ладно. О, сколько пиги, но это не Рубин, те. Это да, это не те. Может, он маскируется? Аля Хитман, новый. Так, следы есть. Окей. Stupid pigs. Так, давайте здесь посмотрим. Ну-ка. Рубин! No, not you, the pigs. All pigs, but Рубин, shut up. Такой грубый. Че ты такой грубый со свинюшками-то? А! Я туда зайти, кстати, не могу. А, не могу. Что же здесь? Ничего, господи. Самый страшный сон сбылся. Там было ничего. О боже. Где же Рубин? Нет, серьезно, так ничего. Окей, второй раз ничего. Такой... Заглянул, так еще. А ну-ка, 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 а ну-ка.
Господи, самый страшный скример, боже мой. Меня испугала курочка. Больше ничего? Нет? Взять бы сейчас медь бы и нарубить бы дерево. Ладно, пиги трогать не буду, да и нельзя. Так. Прыжок. Рубен, it's getting scary out here. Да, тут страшновато, знаете. Так, вниз, что там нельзя? О, походу мы его нашли. Что-то дымится, может нет? Господи, хоть бы он был живой, друзья. Рубен. Пожалуйста, пожалуйста, кулачки зажмите, Рубен. Чтобы он был живой. Oh, no, пожалуйста. О, нет, дружище. А это просто... Стоп, а ну-ка. О, боже. Toasted, а это просто... Ну, голова. А его нету самого-то, смотрите. Ногами так, кулики-то. А ты чё делаешь-то ногами стоптал? Где сам мой Рубен? Где мой Рубен? Я вернусь, кстати, с этим мечом и отомщу ему еще за своего пиги. Может обойти? Наверное, ничего не будет. Цветочки собрать нельзя, ничего собрать нельзя. Нет, я не хочу переплывать. Нет, нет, стоп, да ладно, серьезно. Там была шахта. Ай, ладно, тогда... Я просто хотел то и то посмотреть. Тут несколько развитий, видите, несколько, как есть, да? Как сказать? Выходов из ситуации, да? Давайте дальше жить. А ну-ка. Господи, хоть бы это был Рубин-то. Так. Ну? И кто же там у нас, а? Да, это он! Да. Рубин! Рубин, вот ты где. Иди ко мне, мой мальчик. Иди, мой хвостик, хвостик. Пошли сюда. Рада тебя видеть. Рада тебя видеть, что? Как рада тебя видеть. Почему? Рубин, это запомнил. Кто там? Зомби? What the fuck? What the fuck? Так, у меня меч. У меня был меч, зажигалка. Беги, Рубин. Я защитю тебя. Защищу тебя. Во. Крипер, нет! Прыгай! Господи, а вы успели? Вот это пипец. Нет! Фак, ты меня испугал. Гребаный лучник, нет! Ай, мое плечо! Он попал, нет! Блин, я просто руки убрал от... Блин, прошу прощения, друзья, сейчас все нормально будет. Он меня поранил. Как будто он музыку слушает. Серьезно, так прям. А как бить-то? А ну ко мне! Назад! Так, беги. Так. Так. Есть! Есть, один готов, друзья, один готов. Так, неплохо, неплохо. Пока все по изи идет. Так. Бам! Есть. Есть. Есть, убил. А где опыт? Почему опыт-то не дропается? Че за... Ну ладно, ладно. Да! Меч-то обломался, господи. И он пропал? Ну да, вообще. Дурацкие деревянные мечи. Да, согласен, друзья. У них очень маленький шанс. Хрё-хрё. Нет, черт, что делать? Блин, паук еще. Плохой. А что делать-то? Беги, держись. Рун, тебя. Давай, беги. Городе, обещаю. У нас все ноги. Ну... Ну, можно сказать, ноги. Но они его не тронут. Так, ну чё, мы теперь остались... Вот это пипец, принтерцел какой-то. Господи, нет. Ну чё ж делать-то, фак. Блин, хорошо. Где мои друзья, господи? Может, он приведет на помощь? Так, есть. Можно еще драться в рукопашку. Это здорово, друзья. Но это не по-моему как-то. Так. Есть. Вот это жесть просто, вот эта девочка, молодец. Давай убираться от этого тупого гнилого места. Правильно, бежим, подбираем дроп. Кстати, дропается, смотрите, ниточки-то. А плоть и опыт не дропается, видимо, тут опыта, наверное, не будет. И что-то за чарами связанное не будет. Вот это обидно, жалко, что броню учерить нельзя, оружие. Ладно, так, дальше что у нас? Хорошо. You don't want to get a reputation as a wimp. This isn't my first time in a cave, Petra. But have you ever seen a wither skull? Исушителя? Вау. Fresh from the nether. Нижний. Вот это на войне. Ничего особенно, это безумный нижний мир. You'd better appreciate this. Я удивлен, серьезно. Из-за этого скула. Oh,
Рискнула жизнь ради вещи, которые собирался менять на... говорил так, это... Why didn't he just go get the skull himself? He's not the kind of guy who has time to do something like that. What kind of guy is he then? The kind who understands the value of hardware. Но зато он ездит за платой, так что, в принципе, нормально. Wow, what? Но она воин серьезный, друзья. Один день из тех, где не рубит сушителя. Super cool statue, but still, it's pretty sweet being you, huh? You know, you could come with me. Знаешь, мог бы пойти со мной? Но я не против, в принципе. С радостью помогу тебе. Петр, это запомни. Окей. Сомневаюсь. Она уже начинает... Окей. Она потом пожалеет, что меня еще взяла с собой, наверное. Since that wooden sword of yours got busted, you're giving me a new one. Even better, you can make лучше ты сам его сделаешь, да, не подарки там. Сам бери, крафти, господи, палка там. Окей. Да, ну ты сам без меня открыть даже сундука не можешь, господи, бери все необходимое. О, ладно, спасибо. Сейчас все заберем. Все даймонды. Нет, мы просто. Естественно, мои вещи. Джетпакт! Господи, камень, палки, джекпот, чего? Какой-то миллион... Так, давайте. И, собственно, сама тайная вот эта ачивка, да, секретная, то есть нам нужно взять камень, мне уже подписчики проспилили, большое чем, друзья, спасибо, ну, потому что ачивка, да, скрытая, ее фиг сделаешь, тут просто нужно разные схемы выкладывать, и ты попадешь как-то на... Но вам скажу, друзья, подсказку дам, то есть мы делаем механизм, рычаг, то есть мы делаем рычаг, окей? Потом берем. Нет. Окей, мне нужна палка. Да, каменный меч, спасибо, подсказка. Так, хорошо, почему-то я не могу. Вот, друзья, наконец-то. Так, берем палку сюда. Вот, сюда перетаскиваем и... Та-дам! Рычаг, ачивка, ну-ка. У вас получается рычаг. Есть, ачивка открылась. Leveraging resources. Вот такая вот, друзья, ачивка. Так что, если что, на заметку. Рычаг мы сделали. И да, друзья, у меня есть и рычаг, у меня есть и меч. Я думал, ресурсы потратятся, но нет, смотрите. Все хорошо, рычаг я... То есть, меч я помню, как делать. Прекрасно помню, друзья. Так что не думайте, я не нубас. Все-таки майн играю, записываю. И... Ахалай-махалай, сладкий меч каменный. Вы сделали это. Да, друзья, мы гордимся. Мы мужественные мужчины с мечом каменным, да. Девушка в это время и сушитель убивает. Обалдеть. Ну, ничего, мы дойдем до этого уровня. Так что мы молодцы, друзья. Ну, и, наверное... И, наверное, на этом уже пора серию заканчивать, наверное, друзья. Да. Там уже светает вроде. А, Лукас и Оцелотс. Опять победили, sorry, да? Jesse. Сочувствую, Джесси. Хоть admit, в шахте побыли с девушкой. Yeah, yeah. Мне хочется, чтобы этот год... You know, Lucas may be kind of arrogant, but he has come through for me in tricky situations. You might want to get to know him, just in case. He's good at building, that's for sure. Исключительно. It's always useful to have a guy like that around, no matter what you might think of him personally. Yeah, you might be right. I'm just saying. Не знаю. Попробуй в конце концов. Хочу сказать тебе. Try talking to him. I don't need a lecture on the power of collaboration, Petra. How about a lecture on the power of my fists? Is short, but deadly. Come on, let's hurry. Remember what Endercon was like before it was cool? Remember what we were like before we were cool? Some of us will never be cool. Ha ha. Так а спиди, что? Вау! Creepers! Господи! Еще зомби! Так солнце сейчас выйдет, надеюсь, да? Солнышко, выходи! Ну давай, господи, воду. Дело плохо, кажется, да. Ну что, ну мы же не умрем. Один путь, у нас один путь, да. Только один. Бой. Да.
Они взорвались, подружи. Вау! Обалдеть! Вау! Ну, я хотел, конечно, посражаться, но Telltale Games представляет совместно с Mojang. Это только начало игры Minecraft Story Mod. Вау! Нифига себе, какое эпическое начало. Автор сюжета. Обалдеть, друзья. Это реально жестко режиссеры. Супер. Он такой еще улыбается. Они всегда улыбаются. Крипер, господи. Руководители. А ну-ка, ну. Ба! Анимация. Окей. На этом. Ну, сейчас закончим, да. Сейчас они долетят. В слоумо специально, как бы. Она еще птичку ударила. А, господи, там мышка летучая. В общем, друзья, мне нравится игра. Так что, если вы рады или хотите, чтобы я проходил эту игру, то поддержите меня лайком, друзья. В курсе, надо нырять в воду. За мной. Окей, follow me. Прям как Капитан Прайс. Follow me. Так что на этом все, друзья, будем серию заканчивать. Так что если вам понравился ролик, понравилась серия, у меня вторая ачивка, кстати. Вот, мы, кстати, уже выбрались. Я могу сделать паузу? Да, друзья, сделаем так. Так что, друзья, если вам понравилась эта серия, и вы хотите видеть больше таких роликов, и вы хотите, чтобы вообще я прошел эту игру от первого эпизода до самого последнего, да, то поддержите меня большим зеленым пальцем вверх, мне будет очень приятно и будет больше сил, больше мотивации снимать для вас серии. Каждый день я буду записывать эту игру, если вам она реально понравилась, буду каждый день записывать, проходить, и вот-вот уже на подходе второй эпизод, так что будет очень здорово, классно, всем желаю приятной и хорошей игры, а вы подписывайтесь, кто не подписан, пишите комментарии, делитесь этим роликом со всеми друзьями, знакомыми, всегда ротом подписчика на своем канале. Так что на этом все, друзья. Любите Майнкрафт, смотрите меня, не пропускайте ролики. Так что всем удачи на этом. Всем пока, хорошего настроения, хорошей игры. Всем пока.